Всем привет, друзья, подписчики и гости моего канала. Всем привет, друзья. Ну что, друзья, давайте вернемся в битву за архипелаг. Посмотрим, какие у нас города там остались. А осталось там очень много. Да, первый вопрос, на который я отвечу, друзья. Каких допов не будет? Ну, те подарки, которые были в группе, у тех подарков у нас не будет. Хотя раньше мы и без них обходились. Так, ну что, друзья, давайте для начала заберем. Многие уже говорят, что они уже дорвались до пещеры, но вы шустрые, конечно. Ну, кто донатит и кто в более-менее топовом братстве... Как мне писали, 1000 рубинов нужно постоянно. Да, друзья, так оно и есть. Если хотите больше подарков, соответственно, вступайте в то братство, где вам предоставят больше призов. Так, ну что, у нас вчера было сколько вчера? 3 шестых, да? Сегодня у нас 3 седьмых. 3 седьмых и 2 девятых. Давайте глянем. Ну, пока идут такие легенькие города. Но я не сказал бы, что они легкие. Ну, посмотрим. Так, первый бой у нас бесплатный. И второй должен быть тоже бесплатный, но мы к нему вернемся. Так, 20 магов, 16 троллей. И почему-то я взял 10 призраков. Давайте посмотрим. Как я и говорил, я буду нападать с этой стороны. Кто смотрел мое предыдущее видеоролик. Так, ну что, и смотрите, они собираются все в кучу. Не очень хорошо, да? Но я их запустил специально так, друзья. Не потому, что я неправильно запустил, а специально. Так, ну что, они все пошли до кучи, и я запускаю призраков с этой стороны. Ну, нужно ждать, чтобы башня отвлеклась, например, на магов. Давайте посмотрим, как призраки зачищают. Смотрите, как неплохо. Бац. Я и второй бой хотел протестировать призраками, но что-то пошло не так. В принципе, неплохо, если нету зиккурата. Если вы направляете призраков сразу на зиккурат, и там он стоит без прикрытия, призраки его сносят. Очень эффективно. Призраков вообще забыли? Напишите в комментарии, кто использует призраков на арене. Надо будет, между прочим, заняться призраками. Посмотрим, как они в деле. Но это уже, друзья, после архипелага. Ну, вот такой вот бой. Легенько, в принципе. Выживаемость. Смотрите, 14 штук. Отлично. Ну, этот бой такой, слабенький, как по мне. Ну, по-любому вам нужно было использовать ровно 30 бочек. Так, следующий у нас. Здесь у нас 20 пиратов, 16 троллей и также призраки. Не знаю, я чисто для обзора хотел протестировать их. Ну, видите, нормально вроде проходит. Так, птички уничтожают. Атакующее здание, запускаете, хотите пиратов, хотите призраков, сразу. Но я запустил сначала тролли, потом пиратов. Так, смотрите, призраки пошли. Так, башня ушла, пушка, и смотрите, зиккурат. Очень хорошо достают они до него. Но это может быть на изначальных городах, но не забывайте, потом у них уровень тоже повышается. Так, это тоже уничтожили. Еще чуть-чуть башню. Но здесь получается, в этом городе, друзья, ну вы скорее всего уже его прошли, я в этом городе тоже скорее всего использовал бы, например, тех же самых троллей. Ну, пират, конечно, помогает хорошо, но выживаемость, смотрите, какая здесь. Значит, можно было попробовать этот бой тоже сыграть. Бесплатно, потому что я, честно говоря, неправильно сыграл. Надо было убрать пиратов. Так, ну что, 100% бой с одним слотом пиратов. Ну, почему я говорю, можно было сэкономить, потому что седьмой город можно было попробовать без. Давайте посмотрим. Смотрите, так,
Интересно, пошли пираты в одну сторону. Так, уничтожили. Так. Так. Не хватило. И смотрите, пошли призраки. Так, зиккурат ушел. Шпиль ушел. Пушка неизвестно, кто там добил. Но все равно призраки помогают. Так. И вот еще одна башня. Ну и в принципе все, и пират зачищает. И смотрите, какое количество остается в живых пиратов. Ну, эти обеликсы. Они тоже, между прочим, хорошо наносят урону. Так. Не знаю, может быть, с этой стороны многие пугаются, что здесь много, например, ресурсных зданий. И нападает с этой стороны. Друзья, кто у нас активный в чате, напишите, как вы этот город также прошли. Либо снизу, либо сверху. Так, ну что, и осталось несколько зданий. 2 минуты. В принципе, неплохой бой. Смотрите. Так, ну что. 40 золотых дублонов за дублоны здесь нужно по-любому. Мне интересно, друзья, что там у нас на 12-м замке. Я еще не успел зайти. Я те рубины, что дали бесплатно, я их тоже использовал. Так, ну давайте следующий город. Так, здесь у нас 16 троллей, 40 пиратов, 2 заклада, да, уже заклинание есть. Давайте глянем. Вот этот город, как по мне, был сложный. И мне пришлось все-таки потратить еще и взять еще один слот пиратов. Мне не хватило на 35 его пробить. Я тестировал очень много его. Вот здесь опасно. Здесь нужно несколько троллей. На каждый обелиск нужно несколько троллей. И смотрите, и запустил пиратов. Ну, 40 пиратов, конечно, это уже более-менее эффективно. Почему я говорю, что меньшим количеством тяжело, обязательно тоже напишите комментарий, если его прошли стандартом. Ну, стандартом навряд ли, а за 35 бочек хотя бы. Так, ну вот и не хватило мне тут на зиккурат. Мне этот зиккурат постоянно мешал, и я почему-то хотел именно сверху пройти его. Пираты пошли по бокам. Зиккурат, видите, бьет как через стену. Раз, два. Два удара. Если бы нанес бы третий, уничтожил бы их полностью. Так, этот зиккурат они снесли. Здесь, в этом городе, скорее всего, нужно было бы как-то прорваться именно с середины. Потому что, и смотрите, как они заходят в середину. И тогда 35 бочек, я думаю, могли бы прорваться. Так. Ну, можно было бы его пройти за 35. Но что делать? Пришлось использовать рубины. Так, ну что, и давайте посмотрим заключительный бой. Вован. Да, разработчики именно для меня сделали вот такой подарок, и они периодически этот город ставят. Вот надо было его ставить где-то на 17-й замке хотя бы. Чего они его на 9-й поставили? Хотя Вованов много, но Дмитрий рассказывал, что именно для меня поставили. Так, 40 пиратов. 16 троллей и 2 закла. Ну, как вам сказать, город, в принципе, такой сложноватый. Здесь 2 зиккурата стоят, непонятно почему-то. Можно было бы напасть, может быть, и с этой стороны, или с той стороны. Ну, я решил напасть с этой. Я тестировал с многих сторон. Ну, когда берете дополнительный слот. Почему нужно нападать с этой стороны? Потому что тут находятся 2 зиккурата. Птички, я думаю, достанут. Ну, тут мне, как по мне, тоже кажется, что тут многовато, да? Но я уже не стал экономить, если я взял за рубину, у меня там 25 бочек даже осталось. Но если б я сэкономил бы, может быть, получилось бы еще один бой на 30, но навряд ли я его смог бы уничтожить. Но этот город проходится по кругу в основном. Но я хотел снизу напасть, потом все-таки думал, попробую. Смотрите, какой урон наносят, да? Бамс. Не то, что они урон наносят, а то, что они тормозят. На высоких уровнях он уничтожает хорошо. Ну, смотрите, какой уколь. В бою 45.
Ну, мне просто делать нечего уже было. Мне оставалось там 30 бочек. Смотрите, ну даже если бы я 5 бочек сэкономил бы, за 30 бочек я навряд ли бы смог что-то сделать. Давайте посмотрим. 9 уровень. Да, за 30 бочек неизвестно, если бы я его смог бы. Очень много атакующих. Этот город, конечно, интересный. С какой стороны можно было бы напасть? Здесь очень много башен простых. Они достают очень хорошо через стенку. Тут у нас башенка смерти. Ой, смерти. Башенка огня. Не знаю, здесь все под вопросом. По идее, можно было бы сразу напасть с этой стороны и попробовать уничтожить все зиккураты. Тем более, если у вас есть заклинание, например, вы можете сюда направить. Вот так. Две пушки, не знаю, если зацепите, но два зиккурата точно раните. Ну, тут остаются башни. Но башни самые коварные. Зиккурат, конечно, тоже. Ну, посмотрим, друзья. Рубинов нету, больше все закончились. Ну, в принципе, как по мне, города, не сказать, что так легкие, но все же. Так, ну что, друзья, ждем следующий, когда у нас появятся бочки. Также мне задавали вопросы, прокачал ли я всех воинов или нет. Нет, друзья, я еще ничего не прокачал. У меня еще осталось... Так, где он? Не вижу. У меня осталось прокачать... Так, это у нас кузница, да? Вот здесь я все прокачал. Этих стандартных воинов я прокачал. А здесь осталась нимфа 19 и слоник. Ну ничего, как-нибудь, может быть, со временем будет настроение, мы все это обязательно прокачаем. Ну что, друзья, что я могу сказать? Вроде пока неплохо, но если вы не в таком братстве, как я, вам нужно стараться помочь братству, и вы должны получить больше. Так, давайте активируем. Вы должны больше получить этих трофеев, чтобы вы получили дополнительные какие-то реликты. А соответственно, когда вы играете, как я, так, то будете очень долго открывать вот эти сундуки. Но если кто только начал играть и в хорошем братстве, я думаю, вы потихонечку успеете набрать их. Ну, посмотрим. Сейчас без допов нападают уже. Давайте посмотрим, есть кто-то сегодня у нас. Нет, тишина. Очень редко нападает, если нападает, может быть 40, 50, ну кто добавляет, например, тех же пиратов, которые вы сейчас взяли, конечно, вас уничтожат ровно на 3 звездочки. Ну что, друзья, вот такой вот был коротенький видеообзор. Обязательно пишите комментарии, понравилось это видео или нет, а я с вами прощаюсь, всем пока.